Смотри. Раз, два, три. Что это? Они глупые. Они хотят понравиться зрителям. Тебе нравится? Нет. Мои видео лучше, да? Какие? Когда ты час воду переливаешь из одного стакана в другой. А вот еще, когда ты бумагу комкаешь и бросаешь в телефон. Ну ба! Моим подписчикам нравится. А это кому может понравиться? Чем кумушек считать, трудиться? Не лучше ли на себя, кума, оборотиться? Что ты говоришь? Какая кума? Куда обратиться? Не понимаешь? Нет. Сейчас я тебе объясню. Басня. Зеркало и обезьяна. Написал ее Иван Андреевич Крылов. Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. «Смотри-ка!» — говорит. «Кум, милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть». Чем кумушек считать, трудиться? Не лучше ли на себя, кума, оборотиться? Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку нечист. Все это знают. Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра. Обезьяна глупая. Ей не нравятся другие, потому что они кривляются. А сама такая же. На кого-то она похожа. На меня? Да. Что же делать? Я люблю снимать. Хочу, чтобы получалось интересно. Нужно учиться. Ты держишь, а ты увидел, схватил. Здравствуй!
Привет. Привет. Она помощник режиссера. Пожалуйста, объясни ей, покажи, что там, что есть. Хорошо. Извините, я спешу. Пойдем.